Август на исходе, но активное лето продолжается. В рамках проекта «Активное лето» для ивановских школьников уже третий месяц проходят занятия по интересам. В понедельник на базе Центра внешкольной работы номер 2 для всех желающих провели мастер-класс по киокушинкай-карате. В данном случае тренировка сделана таким образом, чтобы продемонстрировать и красоту, и силу, но с какими-то определенными понижающими такими физическими упражнениями, чтобы с первых тренировок ребенок не пришел домой и сказал: «Нет, я не могу, это очень тяжело». Именно сам киокушинкай карате, он и сама его подготовка, сама программа именно и сделана так, что заниматься могут все, но с определенной нагрузкой. Тренировку провели под открытым небом. В первую очередь, потому что пока погода еще позволяет, нужно пользоваться возможностью. Ну и, конечно, чтобы привлечь внимание большего числа ребят. Тех, кто только задумался, какое спортивное направление выбрать, или даже просто идущих мимо. Тренинги и семинары, которые проходят, они учат ребенка слушать, внимательным быть, соответственно. А экскурсии, это, опять же, направлены как не только по виду спорта, но и как по истории, учат быть ребенком патриотом и знать свой край, где он живет. То есть все это в целом, это и есть кёкушин, наверное, и секции, клубы, которые этим занимаются, их не назовешь, наверное, действительно секцией или клубом, это школа, где учат быть человеком. Киокушинкай карате для тех, кто хочет быть сильным не только телом, но и духом. А сами воспитанники секции признаются, это еще и очень интересно. Ну, безусловно, я стала как-то более увереннее в себе, немного как-то задиристее. Если когда-то на моего друга лезут, я сразу начинаю заступаться на него, а не сначала как-то посмотрю в сторонке, постою. Физическая форма, безусловно, тоже лучше стала. Для тех, кто на открытую тренировку по карате по каким-то причинам не попал, еще не все потеряно. Познакомиться с этим и другими направлениями боевых единоборств мальчишки и девчонки, а также их родители, смогут 2 сентября. В 14:00 в спорткомплексе «Олимпия» пройдет масштабный фестиваль единоборств. Спортивное увлечение для себя найдет каждый. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.